меня знакомый один. Мнечина сексуальная. Нашел, значит, одну семью. И переёб всех. Жену, дочь, пацана. Всех трахнул, в общем. Ну, я этому знакомому и говорю: пап, перестань, сестре неприятно очень. О, здорово, щеглысь, сегодня своими руками будем делать кровавую Мэри. Нам, ёпта, понадобится. Ха-ха-ха, водочка, стаканчик и, ёпта, бабкин рецепт. Ха. Бэлок стуриану пэгдо, хуйбень какая-то написана. Иди нахуй. Уёбок очкастый. Занятное письмо. Интересно, про кого оно написано. А где ж, блять, рецепт? Ну-ка, а! Ха-ха-ха! Чьё это, ента, интересно-то, а? Ладно, хрен с ним. Не пропадать же добру. Всё-таки ж протеин, белок. А, по животу течёт. А, в общем так, добавляем 300 миллилитров водочки. Сначала в себя. Потом в стаканчик, оператор, а где томатный сок? О, ничего не беда, если томатного сока нету. Нам поможет Настя в этом, она нам заранее дала тампон свой. Мы ж знали, что у нас нет томатного сока, мать его. И для цвета и насыщенности кладем его в водочку и хорошенечко так вот бултыхаем. Вот, вот, о, все уже одним цветом, оператор, будешь? Не? Чё ты башкой мотаешь, у меня и для тебя стакан есть. Добавляем 300 миллилитров. А потом в стакан. Глаз алмаз. Это нам больше не нужно. И что, собственно говоря, коктейль готов. Ну, ваше здоровье. Опа! И даже не ослеп! А мне все время бабка говорила, прежде чем это пить, закусывай. Ну я и... А, бля, закусил. О! Закуска, наверное, не жирная попалась, вот меня и полощет. Ну-ка, оператор, давай сфоткай меня, я себе в это, на одноклассники, на аватарку поставлю. Я как раз сейчас... Перспектабельный мужчина. О, что-то мне совсем херовасто. Наверное, отравился от закусона. Надо немного запить. О, самый раз. О! Я все время говорил же, не пропадать добро. Оператор, ты куда ушел? Это, кстати, твоя порция. Я только немножко отопью, а то мне опять херобаста. Ах, вкуснятина-то какая! Иди, иди, не стесняйся! А если вам, друзья, понравился мой рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь и до встречи!